самое главное, наверное, через год или через полтора года, как пойдет строительство, будет открыт новый зал в Витебске, в котором будет открыт центр подготовки фигуристов Натальи Бестемьяновой и Игоря Боблина. Это основная цель того, что мы сегодня всех собрали, сообщить всем об этом. Наш глава государства говорит о том, что любой бизнес невозможен, если он не выполняет какой-то социальной функции. Поэтому здесь как раз таки элементы государственно-частного партнерства, где мы совместно с местными органами власти, да, можем с одной стороны предоставить хорошую возможность для занятия фигурным катанием, с другой стороны мы можем создать достойный пример для того, чтобы его реализовывать в других регионах. Но мы приступаем к тому, что подбираем команду, которая будет здесь на профессиональной основе работать, которые уже занимались спортсменами. Поэтому мы надеемся на серьезные отношения в Витебске не только со стороны родителей, которые приведут нас своих детей, но и со своей стороны, как с обучающей стороны. Следите за новостями на портале городвитебск.бай.